Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам о том, как включить автоперевод в Скайпе. Допустим, если вы общаетесь с человеком, который там зарегистрирован в Скайпе там где-то в Германии или в Англии, или не знаю еще где, а вы находитесь там в России, то можете включить автоперевод. И для этого, как видите, вот здесь есть значок такой, значит, земли, переводчик Skype, нажимаете и включаете. Вот, собственно, ну... После чего можно еще, конечно, выбрать, на каком языке вы говорите, на каком ваш собеседник говорит, да, ну, там, на немецком или китайском или испанском. И, собственно, значит, Skype будет сам переводить. Вот. Так что, надеюсь, вот такая простая вещь, конечно. Собственно, капитан очевидность, но, надеюсь, вам будет полезно. Не все знают. Всего доброго, до свидания.